Ложили похабно. Здесь закопали большие камни. Они там по стандарту должны быть не больше 50 диаметр, а здесь глыбы. Вот они от времени подмыло их, подсело. Видите, балка идет. Подмыло. И просело. Таких машин тяжелых не было раньше. Дорогу хорошую это сделали, очень хорошую. Но пока там сделать, они нам тут разобьют. Все идут большие машины здесь, все большие. Очень идет, ползет. У нас там дома под горой, и люди останутся без жилья, а ничего не делается, ничего совершенно. Ждем, а ничего не делается. Когда только начали, говорит, пустим сюда только легковые, а грузовые пойдут по фруктовому. Так, знаки вы, наверное, видели, знаки стоят, но мы их не соблюдаем. Таким трудом ждали эту дорогу, такая шикарная дорога, столько денег. А едут и большие машины, большевозы такие, которые тяжеловозы. Ого-го, конечно, разобьют, безусловно. Грунт проверят, потом проект пока составят, потом проект этот как бы согласуют, потом работают. Это минимум, я же говорю, год до два.